Добрый день еще раз. Буназила Тоц. Уважаемые средства массовой информации, уважаемые журналисты, присутствующие на брифинге, уважаемые сограждане Республики Молдова. Сегодня я представляю проект закона, разработанный парламентской фракцией партии ШОР. Этот закон направлен на социальную защиту пенсионеров, повышение средней продолжительности жизни и улучшение демографической ситуации, которая, как вы знаете, близка к катастрофической. Этот закон гарантирует пенсионерам доступ к бесплатным лекарствам и лекарствам по сниженным ценам. Вы знаете, в Молдове есть система компенсирования стоимости лекарств, но эта система оказалась неэффективной. Она ограничена жесткими бюджетными рамками, так что врачи, выполняя указания, неохотно выписывают компенсируемые лекарства. То есть государство абсолютно однозначно поддерживает дефицитную и нефункционирующую систему обеспечения лекарствами. В частности, исследование фонда «Сорос Молдова», проведенное в 2015 году, показало, что доступ к компенсирующим лекарствам у нас остается декларативным. Назову несколько цифр. Люди, которым приписывались компенсируемые препараты, дополнительно тратили порядка 400 леев в месяц. И это, напомню, по ценам 2015 года. Больше половины респондентов, 51%, покупали нужные лекарства сами, так как их не было в списке компенсируемых. И еще одна цифра, очень и очень важная. По данным Национального бюро статистики, 76% людей в нашей стране страдают хроническими заболеваниями. Именно им, в первую очередь, государство ограничивает доступ к лекарствам посредством нефункционирующей системы медицинского страхования. Фракция партии ШОР, депутаты партии ШОР постоянно встречаются с населением нашей страны. Не от выборов до выборов, а круглый год. И надо отметить, что наши поездки в регионы, наши встречи с жителями республики показывают, что действительно система медицинского страхования сегодня неэффективна. Для того, чтобы в районе, в селе попасть к врачу, иногда уходит 2-3 месяца. Попадая к врачу, оказывается, компенсированные лекарства уже закончились, лимит закончился. Это проблема, и проблема очень и очень большая. Поэтому мы предлагаем принять отдельный закон о гарантировании пенсионерам лекарств по сниженным ценам или бесплатных. Подчеркну, все пенсионеры будут получать лекарства бесплатно или со скидкой от 60 до 90%. Размер скидки будет зависеть от размера пенсии и наличия других источников доходов. Речь идет о препаратах, которые используются широко, и о тех, что назначаются при острой необходимости. Естественно, выдавать их будут на основании рецепта, а компенсировать стоимость лекарств будет государство из фонда медицинского страхования и бюджета Министерства здравоохранения. Я сегодня хочу обратиться ко всем депутатам парламента Республики Молдова, ко всем фракциям и в первую очередь к молодым депутатам, которые сегодня избраны народом в парламент Республики Молдова. Дорогие друзья, речь идет о ваших родителях, речь идет о старшем поколении нашей страны, о здоровье всех пенсионеров, которые всю жизнь трудились на благо нашей страны. Поддержите этот законопроект, чтобы помочь им защитить их и элементарно продлить жизнь старшему поколению нашей страны. Мы, фракция партии ШОР, также будем и дальше настаивать на снижении пенсионного возраста, так как считаем, его повышение – это несправедливо и бесчеловечно. Благодарю за внимание. Спасибо.